прихожу домой, а тут две уже готовые. Мама, сделай волосы. Просто на ушки. Так, оказывается, детки должны сидеть в масках в школе. Я и забыла после садика. О, Эльза оделась, она не получается. Надень на одно ушко. Одень на одно ушко. Сначала на одно. Вот. Теперь одень на второе. Ну. За ушко его. Как ты волосики поправляешь. Получилось? Да. Окей. Покажите мне свои пучки. Пучок и пучок. Ай, какие вы красавицы. Обалдеть.
Давайте, тёпайте домой. Шарики вам дали, класс. Давайте, тёпайте. Тёпайте, тёпайте. Не нужно было писать. Но это только сегодня, зайка, потом надо будет. Но это сегодня, завтра надо будет. Снимайте масочки, что вы целый день так в маске. Что у вас забрали все тетрадки? Хорошо, зайки. Идем домой. Вам эти тетрадки потом будут давать. Вы же обложки принесли? Принесли. Вам оденут обложечки и будут выдавать тетрадочки. Чтобы вы делали компити дома. Окей? Окей. Мам, не дашь коми. И ваша коми. Тебе нравится школа, да? Да. Масочку снимаем. Дыши немножко воздухом. Шарик! Улетел! Ветер немножко, да. Да. Довольненькие? Понравились вам маэстры? Так, где мамины ключи? Что вы делали сегодня? Рисовали школу? Да, и то. Ух ты. Там описано пианос, и мимо записано это. И вы поменялись, да? Да. Замечательно. Умнички. А, хорошо. А, туда у тебя где книги? Хорошо, поднимайтесь домой, будем разбираться. Вам дам еще подарок от класса. Да? Да, от мамочек. Это что, тепло? Увидите. То не от меня, то от школы. Как? Отдельно. Отдельно? Да. Сейчас посмотрите. Не, Максика нету еще, он еще в школе. Ну, заходи.